В Алматы полицейский вынес из горящего отеля спящего человека. Минувшей ночью в одной из гостиниц Алатауского района произошел пожар. В этот момент мимо проезжал сотрудник правоохранительных органов Жансерик Манжасаров. Не дожидаясь приезда огнеборцев, страж порядка, рискуя своей жизнью, зашел внутрь горящего здания и вынес молодого человека из номера гостиничного комплекса. Как выяснилось, спасенный мужчина находился в командировке в Алматы. Он сообщил, что якобы сильно устал с дороги и крепко уснул.